Итак, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители покушать и космических приключений. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Красторио 2 и Space Exploration. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, прошло какое-то количество времени, и я готовился. Я готовился к тому, что нам придется в этой серии лететь на новую планету. Для того, чтобы продолжать сборочку, нам потребуется крафтить производственные исследовательские пакеты. Для их производства нам требуются вулканические кирпичи, которые в свою очередь через гигантский слой рецепта и крафта делаются из вулканита. А в свою очередь этот вулканит добывается на других планетах. И самая, как мне кажется, для этого подходящая планета это вот эта вот планета Камар. Она находится все ближе к Калидиусу, то есть к нашей звезде. В отличие от ракеты, которая по логике ледяная планета и находится все дальше. Но самое интересное и самое замечательное, что на этой планете Камар абсолютно, посмотрите, 0% кусак. И абсолютно их там быть не может. И это очень хорошие новости. Нам лишь останется туда слетать. Все то, что связано с ракетой, отправкой ракеты обратно подготовить. И уже организовать там более-менее плюс-минус какое-нибудь производство дальнейшее. И последнее, что останется, кроме как в вулканитовых кирпичах, это железные слитки. Это, конечно, не пластины, слитки. Отличаются лишь они способом приготовления. Делаются они, по сути, из той же самой железной руды, только через другие циклы приготовления. Я могу их, по сути, здесь на Наивисе делать и уже куда нам нужно отправлять. Этим, пожалуй, я и буду в дальнейшем заниматься. А сейчас же мне останется сделать последнее приготовление перед отправкой. Планета Камар выбрана. Здесь плюс-минус компоненты собраны, и мы готовы лететь. К сожалению, часть ресурсов, конечно же, потеряется вследствие того, что там нету посадочной платформы, но ничего страшного. Да-да-да, я понимаю то, что все это тут разворошено. Ну ничего, потерпим. Насчет того, где это все будет происходить, я вообще без понятия. Тут, кстати, есть какие-то еще и другие руды. Например, гальменит. Надеюсь, они потом пригодятся. Ну давайте тогда не будем отходить далеко. И, пожалуй, прямо вот здесь вот это все и размещаем. Ну, примерно как-то так. Продолжаю я тут благоустраивать все это пространство. В принципе, пока ничего интересного не происходит и происходить не может здесь. Просто банальная обустройка базы. Примерно то же самое, что мы делали и на предыдущей с вами планете. По сути, ничем не отличается. Походу, и в этот раз встречается у нас та же проблема. Несмотря на то, что я брал топливо с излишками, его все равно не хватает. К сожалению. И, скорее всего, проблема лишь в том, что половина топлива была утеряна при переправке сюда аппарата. И да, как мы видим, топлива крайне не хватило. И, скорее всего, сюда придется доотправлять грузовой ракетный корабль с топливом. Тут кусак нет, обороняться мне не от кого. И, по сути, я могу полностью расслабить булки и наслаждаться всем происходящим процессом. Моя задача сейчас будет организовать здесь станцию, разместить здесь железные дороги и сделать все так, чтобы мы могли тот же самый вулканит свободно и беспрепятственно здесь добывать. Ну и впоследствии, скорее всего, мы будем здесь добывать остальные ресурсы. Типа железа, хромита, угля, ну, по мелочи так и так далее. Наша база на данный момент выглядит примерно вот таким вот сейчас образом. Я подготовил раз добычу вулканита и два добычу вулканита. Это все собирается единым фронтом и идет вот в этот большой склад, из которого уже дальше будут происходить все развилочки. Также я начал небольшую здесь подготовочку к дальнейшим производственным мощностям. Сделал здесь сундук доставочной пушки, в который доставляются два ингредиента в виде бочек с водой и бочек с сырой нефтью. Вода распаковывается и собирается в огромный резервуар, то же самое и с нефтью. Также имеются небольшие процентные соотношения. Все это поступает единым фронтом с помощью продвинутой нефтепереработки, перерабатывается в попутный нефтяной газ, который понадобится нам в дальнейшем. Мог бы я сюда доставлять сразу попутный газ, конечно же мог, но у нас там нет отдельного производства и делать его только ради одной попутки, я думаю, нецелесообразно, поэтому здесь существует нефть и вода. Тем более, что вода отдельно также нам понадобится. Ведь, как бы не было странно, отдельно воду здесь я размещать не могу, потому что это, как-никак, очень раскаленная планета. У меня здесь в общей сложности, конечно, не 657 буров, но и этого, мне кажется, будет достаточно на первое время. В любом случае, нам нужно делать систему, где мы будем передроблять вулканит, который здесь вот добывается в измельчителях в количестве 27 штучек. Воу. Я только сейчас заметил, нам на все это потребуется 5,4 линии конвейеров измельченного вулканита, а на поставку потребуется 10 линий конвейера.
подготовил всю эту систему. Здесь у меня, к сожалению, не хватило в полной мере конвейеров. Получается, в полном объеме отсюда все выходит. Здесь размещено 24 всего измельчителя. Это на 3 меньше, чем нам говорит калькулятор. Но, тем не менее, я думаю, этого количества нам пока что хватит. Получается то, что здесь как раз подведено около 12 линий с конвейерами. Каждым двум измельчителям подведена отдельная линия. Примерно такое соотношение здесь по итогу и получается, что необходимо. Каждые 4 измельчителя объединяются в единую линию. Все они объединяются, ведутся, и здесь ведется сортировка. Камень отсортировывается в отсыпку и удаляется за ненадобностью. А здесь сортируется обогащенный вулканит от измельченного вулканита. Они нам потребуются, но немножечко в других пропорциях и немножко в других соотношениях. Я надеюсь, игрой это немножечко предусмотрено. В следующий раз я обязательно, когда сюда полечу, захвачу побольше конвейеров, ибо они абсолютно закончились. И, возможно, это будет уже в очень скором времени. Дальше нам предстоит все это запиховывать в, ну, промышленную печь. То есть я беру ее, ставлю где-нибудь вот здесь. Вот. Потребуется всего 0,1 линия измельченного вулканита. Странно, а почему тогда 27 измельчителей? Зачем так много вулканита вот на этом этапе? Если на этом этапе нам требуется всего 0,1 линия. Возможно, где-то нас здесь обманули, ну ладно. Здесь мне требуется производить вулканитовый кирпич. Здесь потребуется вода, а также как раз та самая попутка. Сейчас это надо будет сюда вывести. Воду я сюда подвел. Подвел я также сюда попутный нефтяной газ. И останется мне подготовить отсюда выход вулканического кирпича, а также пара, которая здесь будет образовываться. Пар мы всегда можем уничтожать, это не проблема. Но лучше, мне кажется, его преобразовывать обратно в воду. По-любому есть какой-то способ его конденсации, но пока я не знаю, как именно он должен работать. Процесс пошел, печка запустилась, и пар начал копиться. Да, надо посмотреть, куда я этот пар при 165 градусах могу девать. По идее, какая-то есть вот такая вот конденсационная турбина. Ну а пока давайте его, допустим, в какой-нибудь резервуар складывать. Сейчас получается итоговый финальный продукт, кирпич вулканический, я получил. Мне по сути только он был и нужен. Сейчас его будет копиться здесь какие-то невероятные масштабы. И потом я организую здесь небольшую систему по доставке этого кирпича на орбиту. И когда же уже на орбите будет место, куда нужно доставлять этот кирпич, то я здесь уже отдельно подготовлю систему с доставочными пушками, чтобы его туда доставлять. Давайте пробовать. Вот здесь вот я размещаю турбину, и она так просто пошла работать? Ты серьезно? Ну и замечательно. Ну, то есть я беру отсюда воду и вывожу в обратный контур тогда. Я сделаю тогда здесь условие, что отсюда, то есть из бочек, вода сюда будет поставляться только до определенного масштаба, ну, например, до 150 тысяч, то есть до 75%. А вся оставшаяся вода в приоритете будет сюда в обязательном масштабе закачиваться. Ну все, такой вариант меня устраивает. Вот этого вот обогащенного вулканита наименьшее количество из всего произведенного. То есть больше, конечно же, всего появляется измельченного вулканита. В то время как он полностью заполнил склад, обогащенного осталось совсем немного. И нужно было придумать, как по-другому получать обогащенный вулканит. Но, как я вижу, здесь есть способ это делать. Здесь потребуется нам 18 аж центрифуг и примерно такая же система, как и с Коварексом, если я все правильно понимаю. Только для этого еще и потребуется сера. Серу, допустим, я могу здесь делать и добывать. У меня здесь есть попутка как-никак. Но сейчас тогда в таком случае будем пытаться эту всю систему сделать. То есть, грубо говоря, вот этот вот сундук, он продолжит здесь существовать. Но все продукты из него будут в обязательном порядке идти на дальнейшую переработку. А только потом уже делать все остальное. Как-то так должна будет работать система, когда сюда поставятся центрифуги. Потом я сделаю здесь рецепт крафта. И нужно будет выводить отсюда все необходимые компоненты. У нас здесь обратно будет попадать вулканит, что, по-моему, очень глупо, но ладно. То есть нам нужно будет обратно вулканит отсюда выводить сюда же. Значит, мы немножечко меняем приоритеты, и все это будет выводиться вот сюда. 3 опять сортировочных процесса. Здесь по итогу будет складироваться песок, который уже по знакомой схеме в моих планах должен уничтожаться. Дальше идет вулканит и обогащенный вулканит. Вулканит сам по себе должен попадать обратно. Причем в приоритете. Для того, чтобы настроить приоритет, мне нужно будет настроить логику. Логика будет такая, что вот эти все конвейера включаются, когда в контейнере меньше, чем 24 тысячи измельченного вулканита. И останется лишь сделать так, чтобы обогащенный вулканит шел в обратку. Я это успешно здесь сейчас себе организовал. И он, получается, идет. И в обратном масштабе сюда заходит сундук. Пока что я не делал заход
обратно в печку, ибо пока не уверен в масштабах. Сейчас мне в любом случае нужно слетать за центрифугами. Центрифуги на месте. Процесс пошел потихонечку, помаленечку. Конечно же, это будет крайне не быстро, но тем не менее, я думаю, этого масштаба должно хватить на плюс-минус какое-то время. Ну и остается мне только дождаться, когда вся эта система сможет нормализоваться, и я смогу снова запустить производство вулканита. По идее, это все должно работать полностью автономно и без меня. Я не вижу тут ни одной причины, почему это могло бы выйти из строя или сломаться. Я сделаю лишь одну небольшую такую вещь. Хочу настроить здесь небольшую логику, чтобы у нас включался здесь манипулятор. Я хочу, чтобы он включался, когда здесь вулканита больше, допустим, 100. Вулканит здесь будет накапливаться и буферизоваться. И когда его накопится достаточное количество, он дальше будет самовоспроизводиться. Я надеюсь, что этот сундук никогда не переполнится. А когда переполнится, это нам не так уж и принципиально важно будет. И я хоть убей не понимаю, зачем вот такая вот большая система с таким большим количеством измельчителей нужна была для того, чтобы это все производилось, если по итогу все равно одна печка здесь работает. И работает не так, чтобы и уж и быстро. Не знаю, в чем причина, не знаю, почему так, но главное, что это все работает, и вулканитовый кирпич у нас здесь производится. Значит, тему с вулканитом мы можем считать полностью закрытой, то есть вулканит сделан. И сейчас нужно будет пойти и придумать что-то дальше. Потом я уже за кадром сюда обязательно слетаю для того, чтобы организовать все остальное производство. То есть мы еще на чуть-чуть приблизились к производству этих карточек. Нам для производства остался только железный слиток, и его мы решили, что будем производить на наивисе. Для его производства не нужно не так много. Обычная железная руда, серная кислота, это все имеется в больших масштабах. Потом это все при помощи пирофлюса должно в литейных машинах перерабатываться в железные слитки. Что такое пирофлюс, вопрос? Это песок плюс вулканический кирпич. Ага-ха-ха-ха, стоять, погоди, а это интересно. То есть песок и вулканический кирпич в любом случае у нас там производятся, мы могли бы их использовать. Вместо того, чтобы бочки сюда обратно на наивис отправлять, мы могли бы эти бочки использовать в дальнейшем вот здесь, вот в этой системе. А это, по-моему, очень-очень классная идея, поэтому я вынужден лететь обратно. А может и зря, может я и поторопился, ладно, неважно. Сейчас решим. В любом случае, я хочу, чтобы бочек здесь было как можно меньше. И производить здесь пирофлюс, по-моему, звучит как офигенная идея. Песок у меня есть. Сейчас мы его сюда вот подведем. Если вдруг песка будет не хватать, а я надеюсь, что его будет хватать, я могу этот песок брать еще вот на этом этапе. И вместо того, чтобы отправлять камень на переработку, использовать его в качестве песка. Нам требуется всего лишь здесь два химических завода. Вот он, пирофлюс. Это все сюда запиховывается, упаковывается и, допустим, цистерну упаковывается. Хорошо. Видим здесь небольшое количество пирофлюса и, судя по всему, его производство упирается в нехватку песка. Ну, как я и говорил, то, что придется, наверное, вот отсюда его доставать. Вот я вывел сюда камень. Камень перерабатывается в песок. Песок идет вот сюда, вот на эту жидкость. И останется лишь мне только ее упаковывать. Бочки оттуда я сюда вывожу. Здесь такая же система, как на весе. Здесь должны пустые бочки поводиться, и в итоге должны получаться необходимые заполненные бочки. Ставлю сюда последний конвейер, и сейчас это все должно производство пойти, поехать. Я решил, чего мелочиться, все равно я здесь. Надо доорганизовывать все остальные производства. Делаю здесь станцию с вулканитом, не забывая здесь разместить приемник сигнала. И примерно такую же делаю систему с бочками. Надо обязательно не забыть здесь потом настроить все сходящие и исходящие сигналы. Но это так, по мелочи. Все, что мне здесь останется, это настроить точку назначения. Это уже будет на наивисе. И сделать так, чтобы эти пушки работали в полном объеме. И, ну, естественно, сюда нужно сейчас настроить отсюда вот выходящие капсулу доставочной пушки. И как-то так это все получается. Периодически придется, конечно, капсулу доставочной пушки сюда отправлять, но это, думаю, мелочи. Тем более, что проблема с бочками решена не полностью. Здесь они все-таки продолжают копиться, и я вынужден сделать здесь условие, когда бочек больше или равно 4000, скажем, вот этот вот конвейер включается, и та пушка будет заполняться. А здесь что-то как-то очень вязенько. Процесс заполнения идет, поэтому давайте его даже расширим немножечко. Ну, хотя бы так, гораздо лучше. Я не знаю, будет ли мне хватать таким образом песка, но посмотрим, что из этого дальше выйдет. Надо опять-таки мониторить все эти процессы, изучать все и сравнивать. Мне сейчас предстоит немножечко помониторить, что из этого дальше получится. Ну а сейчас я отправляюсь на свою родную планету, для того, чтобы наконец-то
восполнить необходимые запасы. А уже в следующей серии, я думаю, мы с вами сможем разобраться с рудным железом. Разобраться, как его именно мы должны будем получать. Сможем его наконец-то получить. А после этого уже начнем производить новые исследовательские пакеты. Но это и многое другое уже будет только в следующей серии. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся!